Сейчас, знаете, выйти. Спасибо. Вопросы не задаю. По первой команде покидаем зал. Сюда проходим. Вижу, можно подойти? Аккуратнее! Пошли на задний план. Назад! Камеры назад! Телефоны вперед! Что там щупать? Шеф, что с ухом случилось? Постановил. Избрать обвиняемого Рачабализаде, Саида Крами, Мурадали, меру пресечения в виде заключения под стражу. Установить срок его содержания под стражей на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Рачабализады меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, отказать. Выходим. Осторожно, не выходите. Так можно было. Пока стоим, пока ждем. Да, начнем, заходи. Номер работы конвой не нарушаем. Вопросы не задаем. По первой команде покидаем зал. Фаридуне, Консидину, меры пресечения без заключения под стражу, срок содержания его под стражей на 1 месяц, 28 суток. Блокируют зал, судья, заседание. По одному выходим. Аккуратнее выходим, не толкаемся. Аккуратно. Тишину! Постановление. Город Москва, 25 марта 2024 года. Судья Басманова районного суда города Москва, здание пресс-секретаря Мечникович. Постановил.
Избрать обвиняемому Файзову Мухаммад Сабирова Закирчоновичу меру пресечения в виде заключения по стражу, установить срок его содержания под стражей на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. В удовлетворение ходатайства со стороны защиты об избрании в отношении Файзова меры пресечения на несвязанном с заключением под стражу отказать. Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции. Судебное заседание объявляется закрытым. Не допускаем травматизма.